Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Багыт». Тема нашей сегодняшней передачи – развитие малого и среднего бизнеса. Сегодня у нас в гостях директор региональной палаты предпринимателей Карагандинской области Бужбанов Мадинет Танатович. Здравствуйте! Здравствуйте. Добро пожаловать к нам в студию. Мадинет Танатович, расскажите, пожалуйста, о первоочередных целях и задачах палаты предпринимателей. Ну, пользуясь случаем, хотел поблагодарить ваш телеканал за приглашение. Сегодня это уникальный шанс нам рассказать о работе палаты. Год назад была создана региональная палата предпринимателей Карагандинской области. Основная цель создания этой палаты служила то, что сегодня на рынке развития предпринимательской среды нужен был модератор. И таким модератором как раз таки является региональная палата предпринимателей. В рамках палаты сосредоточено очень много вопросов. Вопросы, как связано с совершенством нормативной правовой базы, которой бизнес руководствуется при работе. Также и в вопросах развития. Очень много работы мы на сегодняшний день проводим. При палатах существуют консультативные органы. Консультативные органы 6 комитетов. Комитет развития малого и среднего бизнеса. Комитет развития легкой промышленности, сельского хозяйства, машиностроения и так далее. И в этих комитетах самое главное работают сами предприниматели. То есть мы отбираем из среды, предпринимательской среды более успешных предпринимателей. Комитеты формируют на своих заседаниях рекомендации для государственных органов. Или мы рассматриваем тот или иной вопрос, который непосредственно связан с бизнесом. И все это ложится в рекомендательного характера письма для государственных органов, для органов законотворчества. И наши решения, или, так скажем, наше мнение, они уже учитываются при вынесении решения государственными структурами. Да, вот буквально недавно, так как у нас в основном, как бы, зрители, я понимаю, сельский регион, да, мы буквально недавно рассмотрели на комитете агропромышленного комплекса вопросы выделения субсидий. То есть этот продукт очень сильно востребован на селе. И совместно с управлением, областным управлением сельского хозяйства, мы обсуждали эти субсидии на 2015 год. Сейчас мы подготовим свои рекомендации в плане, как мы видим распределение данных бюджетного направления с 2015 года. И, естественно, это будет принято уже управлением сельского хозяйства в работу в дальнейшем. Но это маленький пример, который я привел. Но на самом деле мы очень много работы проводим в плане защиты предпринимателя. Вот вы буквально все были свидетелями. Недавно был выездной совет защиты прав предпринимателей Национальной палаты предпринимателей, где мы рассматривали такие злободневные вопросы, связанные с выделением земельного участка города Караганды. Помимо этого, мы входим во все консультативно-совещательные органы при государственных структурах. Таких консультативно-совещательных органов на сегодняшний день порядка 47, но вопросы бизнеса, которые касаемо, это 24. И в составе этих консультативно-совещательных органов мы присутствуем. Что это позволяет? Это позволяет, во-первых, влиять на те решения, которые сегодня принимаются государственными структурами. Да? То есть уже тогда, когда комиссия состоит 50% из наших представителей, конечно, вопрос будет уже решаться объективно с учетом мнения бизнеса. И такая возможность на сегодняшний день у нас есть. Это вопрос. Самое главное, что сегодня государственные органы сами поддерживают создание таких комиссий, потому что для них стало легче выносить какие-то квалифицированные решения. И самое главное, эффективные решения. Кто входит в состав палаты предпринимателей? Ну, мы руководствуемся законом о национальной палате. Все бизнесмены являются членом палаты, национальной палаты. Мы делим на категории малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес. Ну, по законодательству, в принципе, бизнесмены сами знают, к какой категории они относятся. И обязательное членство в нашей палате на сегодняшний день является категорией крупный и средний бизнес. Это те структуры, которые нам платят членские взносы. Малый бизнес полностью освобожден от членского взноса. Но почти 90%, я так скажу, вопросов, которые палата на сегодняшний день занимается, это вопросы малого и среднего бизнеса. Мы сегодня решаем вопросы, связанные с выделением земельного участка, активное участие бизнеса в государственных программах,
Как я уже говорил, законотворческого направления. Вот бизнесмены, вот был недавно такой случай, когда была введена обязательная норма наличия посттерминала. Угу. Очень много жалоб поступило в адрес нас, в наш адрес, относительно того, что не везде есть терминал, не везде есть интернет, чтобы использовать посттерминал. Поэтому при активном участии палаты мы этот вопрос отодвинули еще на один год. То есть эта норма теперь не обязательная. Вот. Ну, как вы, все бизнесмены знают, что объявлен мораторий до конца года. Ни один субъект малого среднего бизнеса не проверяется. Если проверяется, это считается нарушением. Уже законодательство на это очень резко будет реагировать палата, и в том числе и прокуратура Калининской области. Сегодня созданы специальные мобильные группы совместно, например, с прокуратурой Калининской области. Мы очень часто заседаем и в оперативном режиме рассматриваем обращения предпринимателей. Вот, и... вот на сегодняшний день для предпринимателя какие созданы условия? Вот государственная программа «Дорожная карта бизнеса 2020». Насколько эта программа помогает нашим бизнесменам? На сегодняшний день очень много программ, связанных с поддержкой бизнеса. Но все эти программы решают одну задачу. Да, это создать благоприятные условия для бизнесменов. Сегодня государственной программой решаются вопросы инфраструктуры. То есть если предпринимателю не хватает инфраструктуры, он может воспользоваться такой программой и государственному построить такую инфраструктуру. Сегодня государственными программами решается вопрос субсидирования процентной ставки банков второго уровня. Многие предприниматели пользуются такими услугами. Это очень удобно, когда обыкновенный кредит стоит в банках 14-12%, а через дорожную карту она стоит в два раза дешевле. Конечно, это очень удобно, этим надо пользоваться. Государственными программами сегодня решается поддержка новых бизнес-стартапов, да, так называемых. На них уделяются специальные гранты, бесплатные гранты до 3 миллионов тенге. Вот. Есть программа, поддерживающая, государство гарантирует за бизнес, тоже активная программа для, перед банками второго уровня. Все эти программы направлены для того, чтобы создать условия для ведения легкого бизнеса, да, облегчить, так скажем, бизнес. Есть, конечно, проблемы, но я думаю, что в любом вопросе, который начинается, он всегда, эти трудности должны быть. Да? Как раз таки вот мы, как палата, сегодня занимаемся тем, чтобы эти программы сделать более легче и доступными. Буквально недавно мы провели небольшую образовательную школу в Ахтубайском районе. Собрали буквально там 30 крестьянских хозяйств и обучали их, как брать субсидии, как получать гранты, как пользоваться другими государственными программами, как сбывать свою продукцию. Специально для их категории подобрали лекторов. И два дня мы такой пробный тест-семинар провели. Ну и какие результаты? Результаты, конечно, очень интересные. Я не знаю, я не видел такого как бы желания, у них было огромное желание продолжить эту учебу. И я думаю так, что мы где-то в конце этого года еще раз сделаем уже месячный курс. Там уже предпринимателям поможем, чтобы они писали бизнес-планы для своих хозяйств, да? Привлекали новые технологии, капельное орошение, селекции, растениеводстве. Сегодня на селе нужны такие курсы. Да? То есть, по нашему мнению, те колледжи, которые в районных центрах существуют, их надо переориентировать как школу бизнеса. Это должен быть некий такой их офис, где они получают полностью весь комплекс своих услуг, для себя услуг для развития своих хозяйств. Вот. Ну, эту программу мы запустили именно в сельском регионе. Почему? Потому что статистика показывает, что сегодня главы крестьянских хозяйств стареют, к сожалению. И наследника, который бы правильно продолжил его дело, практически им никто не занимается. Да? И мы хотим сориентировать как раз-таки, что подготовка качественных наследников, да, в развитии дела отца, да, так, семейного бизнеса. И этих наследников мы будем учить как раз-таки новым технологиям, новым программам, новому мышлению. К сожалению, сегодня в секторе АПК, это очень такой сложный сектор, мало финансовых инструментов, которыми они могли воспользоваться. Есть единственный банк, Казагрофинанс, ну, он государственный банк, естественно, он рискует государственными деньгами, да, и требования к Казагрофинансу как бы два раза сложнее, чем банк второго уровня из-за
того, что это не коммерческий банк, да, рискуют так как рискуют они государственными деньгами. Угу. Поэтому, на наш взгляд, мы должны готовить клиентов для данного банка, то есть их обучать, помогать, осваивать новые технологии, рассказывать, чтобы они обучать, уже знали все нюансы. Да, чтобы они знали все нюансы. Угу. И на таких площадках могли получить, так скажем, пул государственных услуг. То есть угу. все программы объединяются в одну учебную программу, и они получают. Такой пробный эксперимент мы провели. Я думаю, что теперь со следующего года мы будем крестьян на селе обучать угу. ведению бизнеса. Спасибо большое. Угу. Вот вы только что отметили про бизнес-проекты. На сегодняшний день много ли проектов получили одобрение? По дорожной карте, по статистике, около 400 проектов воспользовались в Карагандинском регионе. Угу. В принципе, проекты все достаточно интересные, разных секторов. Есть секторы металлопереработки, сельское хозяйство, сфере услуг, новые технологии, новые. Вот сегодня, если мы посмотрим мало-средний бизнес, долю мало-среднего бизнеса, у нас есть хорошая динамика роста, но в части не в количественном росте, а в качественном росте. Да? То есть уже мало-средний бизнес из года в год прибавляет налоги в бюджет. Это очень хороший показатель. Сегодня вот и акимат Карагандинской области, и палата Карагандинской области, мы себе ставим задачу, чтобы еще и поднять количественный и качественный состав мало-среднего бизнеса. Так как мы все равно зависим от крупных предприятий, градообразующих, как ArcelorMittal, Темиртау и Казахмыс. Сотрудничаете, да. Вместе ведете работу, да? Да, мы очень тесно сейчас с таким в области, в этой части сотрудничаем. И у нас, естественно, поменять долю МСБ в структуре внутри валового продукта. Задача такая стоит, довести его, как сказал глава государства, до 50%. Расскажите, пожалуйста, какие существуют условия, преимущества бизнеса? Сегодня, наверное, это задача номер один – создать благоприятные условия. После основной задачи защиты мало-среднего бизнеса, то, что как бы мы все это время этим занимались, сейчас как раз-таки палата будет заниматься созданием благоприятных условий для бизнеса. Угу. То есть любой бизнесмен, он всегда испытывает какой-то административный барьер, какую-то нехватку квалифицированной консультации. Угу. Ну и любому бизнесмену очень важен такой фактор, как рынок реализации продукции. Угу. Ну если в обратную мы посмотрим, то есть получается надо сделать доступными услуги, ну так скажем, государственные закупки для этого бизнесмена, да? Доступным получение земельных участков, доступ получения земельных участков, mm-hmm. доступ получения подключения к инфраструктуре. Вот. И вот я так скажу, что вот в этих вопросах на сегодня очень сильно тесно занялась как раз-таки Национальная палата со всеми своими консультативными, совещательными органами и со всеми бизнес-ассоциациями. Mm-hmm. Мы буквально каждый день занимаемся в вопросах доступе вот основных услуг для бизнеса. Угу. Который я сейчас только что озвучил. И вот со следующего года вводится обязательно такая норма теперь уже для акиматов, что земельный кадастр, земельные карты, угу. свободные участки в режиме онлайн будут обязательно доступными условиям. Да, это обязательное условие. Если раньше предприниматель, чтобы узнать, свободен ли этот участок, шел в специальный кадастровый центр, в земельное управление, угу. платил за это деньги, ждал какой-то период, ему говорили, участок свободен или занят, то сейчас он в режиме онлайн все это будет видеть. Он теперь со следующего года разрабатывается карта, обязательная норма введения карты технических мостностей. Теперь он будет в режиме онлайн видеть, в какой части города есть свободные нагрузки энергетики, воды, канализации. Угу. И это все будет для него как планирование бизнеса, да, то есть удобство для планирования его бизнеса. Угу. Вот примерно вот такая работа сейчас проводится, чтобы эти вопросы облегчить для бизнесменов. Скажите, пожалуйста, как таможенный союз между тремя странами – Беларусь, Россия и Казахстаном – влияет на предпринимательскую деятельность? С момента обсуждения проекта совместного договора, в принципе, я вам так скажу, что, наверное, прошла мощная перезагрузка
всей нашей разрешительной системы, вспомогательной системы. Потому что я скажу, что это очень пошло, во-первых, обсуждение самого договора пошло очень, как сказать, очень много было в этом пользы. Потому что мы пересмотрели, буквально пересматривали все государственные стандарты в области выдачи сертификатов происхождения товаров, мер государственных поддержек, снятие каких-то административных барьеров. Угу. Потому что все прекрасно понимали при обсуждении этого соглашения, что придут конкуренты, поэтому нужно создать такие условия, чтобы местный бизнес не только выдержал эту конкуренцию, но еще и смог воспользоваться тем рынком, который открывается, возможности для бизнесменов. Более 500 предложений Национальная палата сделала в данный документ. Мы входили в состав комиссии по разработке этого соглашения. В частности, господин Ошакбаев, наш заместитель председателя правления, постоянно являлся членом данной комиссии, работал в Москве, обсуждал эти вопросы. Вот. И я скажу вот лично мое мнение, что в целом это для нас, наверное, был какой-то трансфер технологий, стандартов развития бизнеса, вопросов развития бизнеса. Это очень было интересно. И сегодня многие процедуры, они упростились, унифицировались. Теперь нет такого понятия, что мы там сертифицируем отдельно по казахским нормам или отдельно там, по российским. Теперь будут единые стандарты. Вот. И до сих пор гармонизация этих стандартов обсуждается, все это происходит. Я думаю, что самая главная цель этого документа, который мы подписываем, это открытие нам рынков. По крайней мере, для наших предпринимателей это открытие российского рынка, порядка 170-миллионного рынка. Да? И мы прекрасно тоже понимаем, что и российский рынок будет здесь участвовать. Поэтому конечно, на сегодняшний день предприниматели уже думают о качестве, о кооперации. То есть, если раньше каждый был отдельный, то на сегодняшний день нужно уже кооперироваться какие-то. Вот у нас есть хороший пример, когда вот в рамках, например, вот ассоциации застройщиков у нас объединилось порядка 30 карагандинских предприятий. И уже они выдают свои проекты, они хотят строить чисто карагандинские дома, соцкультбыт, участвовать. Вот сейчас рассматривают, они обсуждают вопрос. И если раньше государственный орган писал, так скажем, программу там, развития строительной отрасли, да, карагандинского региона, то на сегодняшний день ассоциация смело заявляет о том, что они могут написать эту программу для государства. И это вот такие вот, скажем, такие первые ласточки, когда бизнес взял ситуацию в свои руки. Я вижу только, наверное, от данной работы только успех, только прогресс. Какие существуют сложности для развития малого и среднего бизнеса? Сложности вот из тех обращений или тех встреч, которые мы сегодня бизнесом проводим, конечно, сложности есть. Вот мое мнение такое, что мы какой-то себе традиционный бизнес выбрали, что если сфера услуг питания, то она должна быть примерно таким, сфера услуг гостиницы, она должна быть таким. Мы, вот наши бизнесмены ничего нового сейчас не вводят, да, то есть мы привыкли пользоваться стандартными услугами. Даже вот если посмотреть, в Караганде также ездим на старых такси, иномарках, да, или стоим на тех же остановках, которые там в 60-70-х годах стояли, также ничего не поменялось. Это все о том, о чем говорит, что у нас нету, так скажем, качественной консультации для бизнеса, да, сложности, то есть. Вот на личном примере скажу, вот один бизнесмен решил заняться, открыть мясные павильоны в Караганде. Но он столкнулся с проблемой, что он не нашел технолога по мясопереработке. Даже специалистов не хватает. Да, специалиста не хватает. И он был вынужден привести такого специалиста из-за границы. На сегодняшний день в каждом секторе эта проблема существует, нехватка специалистов. Почему у нас так плохо перерабатывается молочные продукты? Потому что специалист в данной отрасли, он стоит очень дорого. Поэтому у нас в молочном секторе это или это домашняя продукция, или это высококонкурентная там, продукция, завозимая. Да, вот то, что наши карагандинские предприятия сейчас пытаются конкурировать. Может быть и хорошо.
что они выдерживают какую-то часть. Но когда мы начали рассматривать проблему более мелких малокопереработчиков, мы поняли, что специалистов нету, которые могли бы эту работу вести. Угу. Это первая проблема, что нет специалистов. Вторая проблема – это, наверное, слабая информированность самих бизнесменов о наличии таких государственных программ. У нас бизнесмены как считают? Вот я лучше возьму кредит в банке, и меньше головных болей у меня. А то, что этот кредит можно удешевить путем субсидий или там, государственной гарантии, он этим возиться не хочет, потому что или ему заниматься бизнесом, развить своим магазином, или ходить по всем этим инстанциям. От самих бизнесменов тоже много чего зависит. Да, от самих бизнесменов. Я их тоже понимаю, потому что вот элементарно, если мы давайте просто разложим главу крестьянского хозяйства, он сегодня в одном лице и финансист, и ветеринар, и зоотехник, и кузнец, и механизатор, и охранник. То есть мы практически эту категорию бизнесмена оставили один на один со всеми проблемами, которые он сталкивается. Да? А если мы бы забрали у него некоторые функции, да, то есть ему только оставили только производственные моменты, а введение как бы, таких вопросов, как бухгалтерия, зоотехнии, ветеринарии, можно было бы все это централизовать, как услугами предоставить, тогда бы он занимался непосредственно своим бизнесом. Вот как раз таки вот это мы называем институт кураторства. Да, и мы такой продукт у себя в палате на сегодняшний день вырабатываем. Кто будут эти кураторы? Большое количество студентов готовят вузы. К сожалению, многие как бы, студенты сами себе предназначены после того, как закончат вуз. Они должны найти себе работу, пойти куда-то работать. Поэтому мы сейчас хотим вести институт кураторства, то есть работать с категорией этих выпускников, делать из них качественных кураторов и, как было вот в старые времена, отправлять на производственную практику на предприятие. То есть, например, есть у нас там чулочно-нащечная фабрика Карагандинского региона. Когда с этим бизнесменом общаешься, он говорит, у меня нет времени, потому что я должен участвовать на государственных закупках, ездить постоянно на презентациях, при этом я должен решать вопросы производственного характера, ездить за сырьем в Китай. То есть, если так разобраться, у этого предпринимателя нет времени даже пойти и вникнуть в эту программу. И когда мы такого куратора ему предоставим, этот куратор будет непосредственно заниматься вопросами привлечения и развития его бизнеса, да? То есть институт кураторства. И тем самым мы видим, что вот тот пул государственных программ, который сегодня есть, он будет эффективно доводиться непосредственно до каждого предприятия. И мы получим эффект масштабности, клиентоориентированность этих программ, так скажем, да? То есть уже, к примеру, да, там у нас есть Казагрофинанс банк, он представлен только один юридический адрес. Его же нет филиалов в городах и районах, чтобы бизнесмены могли приходить туда. А если у них нет филиалов, тогда надо готовить специалистов, которые могут с этим банком работать. Не обязательно главе крестьянского хозяйства находиться целый день в этом банке, пропуская там посевную или уборочные свои мероприятия. Да? Он может своего куратора просто направить, который будет этими делами заниматься. И такой институт кураторства мы на сегодняшний день создаем. И с 2015 года, я думаю, что вот в тесном контакте с вузами, с отраслевыми ассоциациями предпринимателей, мы это кураторство, институт кураторства ведем. И буквально, можно так сказать, каждый проект будем вести за руки. Я вот хочу вернуться к вопросу госпрограммы. Вот скажите, пожалуйста, увеличился ли выпуск продукции субъектами малого и среднего предпринимательства вот в рамках государственных программ? Увеличилось. В принципе, как я уже говорил, и налоговое поступление стало поступать больше. И в валовом продукте мы видим рост. Положительный результат есть, да. Есть такой момент, когда это естественный прирост, да, то есть рынок отдиктовал, и, в принципе, прирост у нас дал. Есть момент, когда этому способствовали государственные программы, да. Сейчас, конечно, разделить между госпрограммами и естественным ростом рынка – это сделать тяжело. Такой индикатор как бы вывести тяжело. Но я так скажу, что на сегодняшний день производить малому и среднему бизнесу лучше. Потому что пока этот сектор у нас не забит конкурент. То есть в этом секторе у нас мало конкурентов в производственном секторе. Сегодня бизнесмены, они думают о коротких деньгах, что зарабатывать быстро. Да? К сожалению, производственный сектор немножко
долгий бизнес. Но ниш свободных в этом секторе очень много. Если мы просто посмотрим статистику между ввозимой и вывозимой продукцией Карагандинского региона, то это разница в 3 раза. Мы буквально полностью зависим от всей бытовой химии. Да? То есть, ну, мыло, порошок, то, что мы бытово пользуемся. Ниша практически свободна, то есть этот рынок можно осваивать. Можно производить свои моющие средства, свою какую-то продукцию. Такой же сектор у нас в секторе питания, да, то есть мы много продуктов привозим, хотя этот сектор тоже свободен, мы тоже можем производить. В качестве, так скажем, поощрения данного направления, вот мы как палата видим, чтобы этому сектору помогать. Сегодня мы отрабатываем такую концепцию качества по Карагандински, производим качество по Карагандински. Да? Мы в рамках этой концепции сначала разрабатываем бренд специальный, что под этим. И второе направление будет усиление в плане рекламы. То есть мы должны своему населению, своим потребителям рекламировать. Угу. Потребляйте местную продукцию. Почему? Потому что это налоги, потому что это рабочие места для наших близких, родных, друзей. Угу. И это наша безопасность, самое главное. Как вы думаете, на ваш взгляд, какого бизнес-проекта в городе не хватает именно в плане инфраструктуры? Лично ваш. Да, мне кажется, что у нас есть большая потребность в инфраструктуре досуга и отдыха. Да? К сожалению, вот мы традиционно вот знаем, что у нас есть театры, это хорошо, что есть театры, но такого как бы досугового центра, куда можно было прийти всей семьей и отдохнуть, у нас такого центра, к сожалению, да, нету. Да. Оздоровительных центров. Если у нас есть, так скажем, спортивные оздоровительные, то они или дорогие, как бы для какого-то там средней категории населения недоступно. То я думаю, что для ниже средней категории нужно создавать оздоровительные центры, это хотя бы элементарные бассейны для детей, да, чтобы, потому что с удовольствием, наверное, большая масса ходила бы в бассейн. Конечно. Вот, в этой части. Ну и в завершении о планах вашей палаты предпринимателей. Основная наша задача первая – это защищать малый и средний бизнес. Это будет как бы основная наша основа. Ну и второе, я вижу, что палата предпринимателей – это должен быть, наверное, тот проводник, или, так скажем, тот старший брат малому бизнесу, который будет помогать ему развиваться. И сегодня мы как раз создаем все инструменты, чтобы вот это вот сопровождение мы могли выполнить качественно, чтобы одним пакетом, одной нашей услугой предприниматель получил все, что ему необходимо. Так как я просто сейчас смотрю, предпринимателям, конечно, сложно. Вот 6 программ государственных поддержек, порядка там 26 программ, каким-то образом связанных с развитием бизнеса. И, естественно, во всем этом может запутаться. Предприниматель сегодня как рассуждает? Он на все это смотрит, как помощь государства. Он не делит эти программы, это дорожная карта, или это производительность, или это программа там, государственного субсидирования. Он все это смотрит как одна государственная программа, как поддержка государства. Поэтому мы должны ответить ему на этот вопрос, то есть ему предоставить одной услугой все, что он просит от государства. Да, разъяснить, так скажем. Да. До ближайшего курортной зоны у нас ехать практически 200 километров, это Каргалинский или там... Балхаш, то я думаю, что вокруг Караганды вот там не хватает такие оазисы отдыха, да? Для информации в завершении выпуска озвучите, пожалуйста, ваши координаты, сайт официальный, куда могли бы, например, обратиться люди, если у них возникнут какие-то вопросы. Мы расположены в бизнес-центр Казахстан, Бухаржирау 49 на 8 этаже. Помимо этого, у нас в каждом районном центре есть филиал. В принципе, найти нас несложно в городах, в районных центрах. Мы тесно очень в районах сотрудничаем и с ассоциациями, и с акиматами. Наш региональный филиальный директор состоит буквально во всех комиссиях районных акимата. Сайт наш palata.kz. На этом сайте
мы сосредоточили как раз такой реестр всех проблем, которые есть сегодня в бизнесе. В реестре порядка собрано 500 проектов, 500 проблемных вопросов разного уровня, разного характера. И любой может войти и посмотреть, на каком уровне решение какого-то вопроса находится. Да? Или он на уровне изменения законодательства находится, или отмены какого-то нормативного правового акта, или введения, например, нового нормативного правового акта. Все это в режиме онлайн доступно. Все это можно видеть. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях был директор региональной палаты предпринимателей Карагандинской области Бужбанов Мадинет Танатович. Вам огромное спасибо, спасибо за то, что уделили время и ответили на наши вопросы. Желаем больших успехов в вашей работе. Рахмет. На этом наша программа подошла к концу. Увидимся с вами в эфире. До свидания.